Привет, с вами Влатнек. Пистис! И сегодня мы будем играть в Минисруфт. Угу. Мы хотим, чтобы вы скинули нам по 200 тысяч рублей на наш бумстартер. Если мы соберем 200 тысяч рублей, кто-то из вас выиграет 150 рублей на свой ВПАНИ кошелек. Слушай, я ту тему заметил. Если ты Владнек Истис, то кто я? Ты... Просто рифмы есть не очень, но как бы я не знаю, кто ты. Ну ладно, я Lucky Block. Все, можешь называть меня Lucky Block. Привет, Lucky Block. Господи, либо этот человек лагает, либо у меня лагает. Господи, TNT, иди нафиг. Нет, этот человек лагает. Он просто читер, не доверяй таким. Вообще держись от него подальше. А вообще Lucky Block. Да, Lucky Block. О, Lucky Block. Кстати, у тебя тоже по бокам дырки в Lucky Block? Да. Зато я могу сквозь них смотреть. Кстати, это имба! Что? Это читерство. Это читерский, да. Через них смотреть можно. Все, нас забанят. Блин. Ой, мне передали Lucky Block, а я передал Lucky Block кому-то еще. Больше Lucky Block'ов. Да, мы передаем Lucky Block'и всем. Я вижу, как какие-то два чувака дерутся, пытаясь толкнуть друг друга с горы, чтобы спрятаться от динамита, но... Все дело в Lucky Block'е, потому что всем нужен Lucky Block. Да. Вот такой у нас Lucky Block. Но когда его ломаешь, он не ломается. Потому что это... Это череп. Что? Ну как бы это голова. Как ты ее сломаешь? Представляешь, что ты оторвал голову у кого-то и побежал. Лол. Нет, я ломаю Lucky Block, но на хайпикселе все запривачено, и поэтому ничего не вылазит. Никаких визоров, никого. Кстати, да, почему меня в приват не добавили? Девочка, стой. Девочка, стой, не бей меня, пожалуйста, я тебя умоляю. Девочка, не бейтесь, ребят, не бейтесь. Не бейтесь, ребят. Я спасибо, бро. Пытаюсь ему отдать Lucky Block, но он под землей. Почему он? Ты чё, парень, вылазь из земли. Чувак, ты представляешь, что чувак под землей? Это облачко похоже на крокодила. Вот это вот. А, ну ты его не видишь. Этот парень хочет отдать мне, я сейчас умру. А нет, я выжил, а ты? Я просто спрятался в углу, как крыса, и сижу, жду своей участи. Ой, подожди, я тоже хочу. Ага. I blame myself. А где ты? Где ты? Я хочу тебя найти, к тебе прям встать. У меня есть сыр. Ой, меня скидывают. Чувак, бро, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Все, красавчик. Все, бро. Да вы там махинации проводите. Че это? Че это такое? Бро. Я к вам хочу. Ладно, я этого парня скину, тихо-тихо. Это раунд 2 у меня с ним сейчас. Файт. Скажи файт на счет 3. Раз, два, три, файт. Ты не этот сказал файт, хочет... он меня сейчас скинет. А, ну файт, ладно, я сказал. Вот, спасибо. Сейчас я его затащу. Девочка, нет, девочка, вот дура. Не бей меня. О, красавчик. Так чё? Go fight. Или засал. Он, по-моему, насал на меня. Все, блоки. Ну я хочу так сломать Lucky Block. Я хочу, чтобы все вылезло. Все вылезло. Визор вылез. Гигантский визор вылез, да. Вылазит вирус на сервере Хайпикселя и начинает все крушить. Если был бы вирус, было бы плохо. Я лаки. Я счастливчик, чувак, понимаешь? Я счастливчик. Ты Lucky Block. Я счастливчик. Мне дали Lucky Block на голову. Чувак, я счастливчик. Я самый счастливый человек на всем белом свете. А ты знаешь что? У тебя в голове алмазы. Я знаю. Там золотой мозг. Золотой мозг. Так все говорят... Так говорят все учителя и моя бабушка. Что-то в этом есть, наверное. Возможно. Мне так мяукает мой кот. Мне так никто не говорит, к сожалению. Ты разговариваешь только со своим котом? Да. Я не зафил. Просто он умнее, чем другие коты. Он доминирует над другими котами. Он властвует и доминирует, и унижает. И у него есть лаки-боки. А ты случайно не кот? Откуда ты сейчас знаешь про... Бро. Ну там же динамитчик. Подожди, ты что, за мной, что ли? А, нет, нет не за мной. Тут просто чувак Джерминатор. Бро. Не доверяй Джерминатору. Бро, я твой бро. А бро. Здесь... Ну что ты делаешь, бро? Ну здесь... ты мне что ли не бро? Я его скинул. Ха-ха, как падла. Я поступил прям, как знаешь кто? Как кто? Вот я думаю, как кого назвать плохим словом. Не знаю. Как... Кстати, вот в данном режиме с Lucky Block'ом на голове, я думаю, тот, кто
носит на голове Lucky Block, называется Счастливчик. Да, блин, назовем это Счастливчик мод. Или нет? Да. Как... Счастливый мод. Самый счастливый мод. 2014. Не, я придумал гениальную идею, чувак. Это Lucky Башка. Lucky Башка? Ну, это как бы Lucky шлемом не назовешь, а вот Lucky Башка это то, что надо. Ну, как бы да. Её ж не снять, это Lucky Башка, это Lucky Череп. Там двое людей. И они хотят... Он читер! Он перемещается со скоростью... Или он лагает, или он читер. Потому что остальные у меня бегают нормально. О, я туда залез? Блин, как в баг на Тинтиране, только не в баг. Короче... Какого... А, чувак, ты что? Меня завадили. Ты хочешь, чтобы я умер? Да. Ладно. Привет, бро. Ой, чё? Подожди, это ж ты был. Пока, ты же сказал, что ты... Фрид, иди сюда, бро. Ты что сказал? Ты что сказал? Братик, бро. Ты меня решил надурить. Он сзади тебя. Ты что? Понял. Отдай ему. А что, вы двое лайки-блоки, что ли? Да ладно, ты что? Последнюю секунду передал, представь себе. Я его пойду убью сейчас. Вот пойду и убью. Вот смотри, я его сейчас пойду и убью. Ты веришь? Я пойду, пожалуй, своей бабушке. Я так и сделал бы. У меня не золотой мозг, все. Вот смотри, я сейчас возьму динамит и пойду его хейтить. Хочешь, смотри, сейчас получил динамит. Ты смотришь? Ты взял Lucky Block, помни об этом. В моих руках Lucky Block. А что есть в твоих руках? Скоро подорвется у Алёшки пукан. Мистер Фридом взорвется ко всем чертям. Куда он исчез? Вот я его потерял. Надо пойти курице отдать. Нет, курица, нет! Что-то пошло не по плану. Ладно, это было увлекательно. Этот петух такой злой. Я не доверяю больше этим петушкам. Больше вообще не буду есть чикен нагетс. Чикен магнагетс? Да, я просто... Эй, петушок, пойдем на турничок. Это Миша Маваши? Статы великих? Так, посмотри, вот я нашел кое-кого. Привет. But first, let me talk a selfie. Фридом, обернись. Нет. Фридом, обернись. Нет. Обернись. Нет. А, ты не за мной уже бежишь. Да у меня не было тинтика. Что? Жека, я тебя не слышу, ты умер. Жека. Что со мной? Не знаю. Ой. Меня не было слышно? Я только что чуть не умер. Нет, тебя было слышно. Окей. Я думал, скайп у нас лагает. Ну, немножко было такое. Лаги за лаги, подлаги. Лёшка, я с тобой, чтобы тебя ударили, а не меня, например. Хороший план. Очень хороший план. Этот... Моя бабушка бы его оценила, сказала бы, молодец, внучек. Да, алмазная головка. От патефона. От патефона. Так, все, время прятаться очень далеко. Ведь я могу. Ведь у меня большая голова алмазная. Да, голова. У нас алмазная голова. Ой-ой-ой, подожди, у тебя что там сзади, что-то есть? Подожди, что там? А, это просто у тебя сено. У меня на голове сено. А что у меня на голове, видишь? У тебя уголь. А вон сердечки. Воняет сердечками? Нет, я отключил анимации. Вот даже повыпендриваться нечем. Вот смотри, там чувак просто вылетел. Давай бить педовира, просто по фану. За что? Ну блин. Хороший. А, ну действительно. Он меня взял, скинул. Вообще-то я маленькая девочка. Давай сразу. Начнем с этого. Ты? Ну да. Я всегда знал. Я так... А что, я тебе не рассказывал? Нет. Странно. Я сейчас взорвусь. Вот педобир... Я хочу, чтобы меня убило. Оу. Тогда я иду к тебе. А, ты... Зачем ты это сказал? Тебя убило? Иди отсюда, дура. Иди отсюда, что нафиг. Почему везде одни лаки-блоки? Где враги?
О, чуваки, привет! Оу! Воу! Я умер! Я взорвался в последнюю секунду тоже. По-моему, это я тебя взорвал и взорвался вместе с тобой. Нет, у меня был на голове лаки блок, я был супер счастливым человеком. Но, как все мы знаем, все счастливые люди взрываются с детонатором под курткой. Ну да, так все и было, только у тебя голова взорвалась. Блин, а если бы в Майнкрафте была какая-то физика, у меня бы вылетели мозги, и они бы все заляпали. Не, ты не прав, у тебя бы вылетели бы лаки вещи. А, да, кстати, но это хайпиксель. Ну да, хайпиксель не позволяет. Я вижу все сквозь текстуры, чувак. Ну что, короче, мы решили побегать в Lucky Run. Потому что в Lucky Tag все нас тегали. И мы сдыхали. Да! Лалки. Я хочу посмотреть на лаки-блоки, которые снизу находятся. Просто хочу посмотреть. Вау. Ребята, это Lucky Run. Короче, если падает вот этот лаки-блок, внизу появляется визор и убивает всех к чертям. Это новый мини-гейм на сервере Hypixel. Мы не врем, мы не меняли текстурки динамита на текстурки лаки-блока, поэтому верьте нам. Мы никогда никого не обманываем. А еще мы евреи. Да. И мы жируем на доллары. Доллары, кстати, надо заменить лаки-блок на, ну, вопросик на доллар. Ага. Я не залетел наверх, блин, почему? Я потратил 2 дабл-джампа, чтобы взлететь наверх, но у меня это не получилось, знаете почему? А знаешь почему? Потому что гладиолус. Я прав? Нет, потому что надо 3 дабл-джампа. Окей. Это не гладиолус. Гладиолус, когда 4 дабл-джамп. Я что, так быстро бегаю? Я не знаю. Я просто бегаю медленно, наверное. Я бегал на спринте и прыгал. Вообще жесть. Да ты этот, спортсмен? Спортсмен. Кстати, как правильно пишется? Спорт-океада или спорт-океада? Или спарт-океада? Хороший вопрос. Я белорус. У нас это... Побегушки. Нет, ты просто понимаешь, я всю жизнь думал, что спартакиада пишется спортокиада от слова спорт. И только сегодня я узнал, что слово спартакиада от слова спарта. Спартак. Просто спарта. И просто, понимаешь, мне кажется, Леонид оценил бы это какой-нибудь там. О, Леонид оценит, да, Леонид может. Ой, ты знаешь, я прям на уровне, там, где визоры появляются, вот прям без шуток, прям без обмана. А, вот смотри, визор отлетит. Ты посмотри, годзилла идет. Смотри, я упал в черную дыру, там был визор, 100%. Да он тебя по-любому засосал в свою тьму, да. Ты стал визором теперь. А потом ты, нет, ты не визором стал, ты стал херабрином. Да. Херабрином. Мистер Хедом. Мистер Хером. Кстати, смотри, а сейчас мой ник... Хреноложка. Хрост. Хрост. Хревгеха. Хремастер. Хремастер. О, боже мой. Хремпест. Капитан Хредом. О, нет. Нет. Хрюджин. 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 Я чуть не упал от смеха. Капитан Хрюджин. Знаешь, такой. И всем хрю-хрю, дорогие хрю-хрю. С вами капитан Хрюджины. Да нет, знаешь, что вот в какой-то из серии мультфильма South Park была такая фигня, что на какой-то планете под названием Марква все называли Марква. То есть всем хрю-хрю, дорогие хрю-хрю. Мы сегодня... Ты выиграл? Угу, я что? Я ж про. Это уровень задрот. Я знаю, кто играет здесь каждый день. Лаки-блоки! Лаки-блоки сломать нет! Хьюзя! Чипотун, хрипотун. Зелик. Хризелик. Хрез. Хрелик. Хрелик. Бай мистер Хрелик. Олег Брейн. Хрейн. Хрейн, Брейн, Хрейн. Эйнштейн. У меня на голове сено. Почему у меня на голове сено? Хреновитые гномы. Блин, вот я смотрю, на моей голове надет сноп сена. То есть, если бы из лаки-блока вылезла лошадь, она бы откусила мне голову? Разумеется. А ты думал... А ты думал... Воу! Ты чё? Ты за кого меня держишь? За лаки-блок? Я тебе что, лаки-блок, что ли? Здесь мы все счастливчики.
Это понимаешь? Да. Я чую, пахнет пуканами. Да, горелыми. Слушай, Бибеш, что этот парень делает? Ты посмотри, что он делает. Это называется стрелять без перезарядки, когда у тебя закончились трипл-шоты. О, нет! О, нет! Есть, я сбил Фридома. Я взорвал под ним лаки-блок. Мафакин, и теперь он отправился сражаться с Иссушителем бездна Майнкрафта. Я сейчас просто подойду и пошифтую тебя. Синяя бездна Майнкрафта. Пошифтую тебя, ты понимаешь? Я тебя пошифтую. У меня 4 репульсора. Я тебя скину. Я тебя пошифтую сейчас. О, нет. А что, я тебя шифтую уже. Нет, я от тебя убегаю, понимаешь? Ты, нет, ты не успеваешь. Я прям, я типа... Своим шифтом, if you know what I mean, ты скинул меня. Хренуджин. Вот именно хренуджином ты меня и скинул. Изи. Да. Так, ну блин, это было довольно-таки забавно. И бонь-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 бонь. Да! Смотри, как я танцую. Ты пропадал. Ты видишь, как я танцую? Ты умеешь делать лунную дорожку? Что я написал в чат? Я не знаю, я не читаю. А что ты написал? Если бы моя учительница по английскому это прочитала, я бы вылетел из своей школы вот так вот. И все. Когда ты вернись. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Влад Next. И Стис. Да, всем удачи. С вами Lucky Block. Почему я сказал всем удачи? Ладно, все равно всем удачи. Поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на канал. Зайдите в группу ВКонтакте. В общем, это все. Можете отправить еще много долларов на наш WebMoney. Если вы хотите быть в пылесосе. Всем до новых встреч. Всем пока. А что, мне можно в пылесосе побыть? Да. Спасибо. Хочешь, я тебя затащу в пылесос?